Всего в округе размежевано 800 участков, однако пользуются ими от силы семей 30. Кому понадобилось воровать фактически в поле, да и что здесь можно украсть? Многодетные семьи, которые владеют этой землей, по собственному заверению, отнюдь не богаты. Вот сюда вот они ударили топором, скорее всего. Вот так вот разломали. Потом открыли окошко и вытащили 3 лопаты, тачку, ведро, 2 стула. Вот. Там ущерба получается 1000 на 2, наверное. Зачем он нужен? Непонятно просто. Семья Артура Нагимзянова – одна из немногих, кто возделывает целину, которая досталась им от государства по программе «Земля многодетным семьям». И говорит, что вдвойне обидно, когда у тех, кто хоть как-то пытается устроиться, уносят единственную табуретку. Данная ситуация неприятна, потому что повторяется уже второй год подряд. Вот. Настроение что-то здесь делать с каждой минуты уменьшается. Вот. Земля есть, но пользоваться мы ей не можем в полной мере, как бы хотелось. Хотя сами очень даже настроены на все это. Но вот такие участившиеся случаи ограбления, они буквально полностью теряют смысл вообще приезда сюда и каких-то дальнейших действий с землей. В огромном поле виднеется несколько сарайчиков, а где-то и просто машина. Начать здесь нормальное строительство люди не могут из-за отсутствия каких-либо коммуникаций. То есть, получается, многодетным дали семьи, а дальше, ребята, вы сами. Мы обращались в электросети. Нам как бы вести тут километра полтора-два от силы вот электричества до нашей вот территории, вот до этой. Нам сказали, не вопрос, если хотите электричество в ближайшее время, 280 тысяч, мы вам поставим трансформатор. Вот. То есть у многодетных таких денег, сами понимаете, отсутствует полностью. Несмотря на то, что здесь нет электричества, воды и даже дорог, люди всеми силами стараются что-то сделать на этой земле и ждут помощи от властей. Как рассказали соседи, из дома семьи Спиридоновых воры вынесли железную дверь прямо с косяком. Сейчас ее уже заменили деревянной. Попали воры в дом через чердак на крыше, а вышли уже с дверью в руках. Пострадавшие семьи написали заявление в полицию. Очень хотят найти этих негодяев, хотя бы для того, чтобы передать им связку ключей от украденной двери. Екатерина Нерушкина, Дмитрий Аверкиев, Альфред Камилевский, эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.